Всем привет! Я собираюсь завтракать. Всех со светлой Пасхой. Ну, начинаем мое небольшое видео. Шейка свиная. Хочу сейчас ее помыть, потом нарезать. Буду делать гуляш. И остатки, которые у меня останутся, нарежу. Я переложу в пакет. И в заморозку. В следующий раз буду готовить плов. Ну, когда там соберусь. Ну, а сейчас просто вот пока помою и нарежу. А то сердечек у меня вчера приготовила, и все-таки мало. Все, я поделила, даже на два раза разделила. Ну, для плова можно с булгуром. Я, кстати, с булгуром никогда не делала шею. Не знаю. Ну, в интернете можно все что угодно найти, поискать. Ну и вот сейчас буду делать гуляш свиной в мультиварке. Я всегда делаю в мультиварке, мне нравится. Следить не надо. И вкусно, между прочим, получается. Мне даже кажется лучше, чем если в кастрюльке делать это. Тут у меня уже обжарился лук. Я туда добавила свинину. Потом добавлю там пасту, у меня замороженная. Сахарок, вот то, что приготовила. Ну и... здесь у меня хмель сунели и для гуляша специально добавлю. Пока это будет в зажарке. Осталось 9 минут. За эти 9 минут мне надо это все успеть делать. Ставила на 20 минут. Ну, этого вполне, в принципе, мне всегда и хватает. Ну, а потом уже залью водичкой и поставлю на тушение на 1:40. Осталось 3 минуты. До завершения программы добавлю водички и свечу на тушение. Все-таки классная вещь вот эта вот мультиварка. Мне очень нравится, что она у меня есть. У меня гуляш тушится. Налила себе чайку. Время уже. Налила чайку с лимончиком. И конфетку. А потом помою уже посуду, которая вот у меня тут в раковине лежит. Сначала хочу чайку попить. Ну, а там у меня всегда, когда я мультиварку достаю, я вот отсюда убираю чайник и ножи. Потому что мешаются, чтобы они брызги, точнее, не летели на них. Ну, вдруг брызги. Так-то не летит в мультиварке, но вдруг... перестраховываюсь. Все вам рассказала. А, кстати, у нас сейчас минус 13. Вот только вот погоду послушала. Минус 13. Сейчас я вам покажу у нас. Вот, если слышно, музыка. Сейчас вот открою окошко. Ой. Надеюсь, слышно. Воздух холодный такой сразу. Ладно, пошла пить чай. Хотела вам сказать по поводу вот этой вот пилочки, которую я покупала в Фикспрайс. Я вам говорила, что она мне не внушает доверия. Вот сегодня я ее первый раз попробовала. Хорошая, мне понравилась эта пилочка. Так-то я, в принципе, хожу на маникюр. Вот. Но вот сегодня вот такая вот ситуация произошла, там ноготь сломался, пришлось немножко подпилить. Мне понравилась эта пилочка, как говорят, да? Внешность обманчива. Вот, в деле попробовала, и в итоге хорошая пилочка оказалась. Кто не пробовал, попробуйте. Думаю, вам тоже понравится. Гуляш готов, я переложила в контейнер, ну что я всегда делаю. Немножечко, совсем чуть-чуть пересолила, влюбилась, наверное. Ну, у меня гречка и рис недосоленный, поэтому будет все равно, не так будет чувствоваться пересол. А так очень-очень вкусно. Я собралась пообедать, уже хочется кушать гречка и гуляш. Ну и чай с лимончиком. Кто кушает, и вам приятного аппетита. Ну а в завершении своего ролика
Хочу вам сказать и показать. У нас в семье принято в каждую Пасху угощать либо Пасхой, либо куличом и яичками. Вот меня угостили яичками от Олиной семьи и от Наташиной семьи. Это кулич от Оли с Лёшей. Вот такой вот он. Сейчас буду его нарезать, чтобы на работу завтра взять с собой. И Наташа сделала порционно вот такую вот творожную Пасху. А для себя я вам тут ставлю фотографию, как она для себя делает. Это очень красиво. Ну и свечку церковную. В такой прекрасный день светлой Пасхи я зажгла. Это все освящено. Еще раз всех хочу поздравить со светлым праздником Пасхой. Христос воскресе!